Юбилейный день для сотрудников АЗК начался с экскурсии. Около 100 представителей дилерских центров и партнеров дочернего предприятия КАМАЗа своими глазами увидели масштаб и логистику складских помещений челнинской компании. В 1000 раз, наверное, меньше наш склад. У нас склад всего 250 квадратных метров. Здесь мы видим 50 тысяч, более 50 тысяч квадратных метров площадей складирования. Планируем долгосрочное взаимодействие. Нам очень нравится напрямую работать с АЗК, поставлять, покупать запасные части. Очень нравится работать со складом в Ногинске, который позволяет, там, мы находимся от Ногинска в 170 километрах, оперативно получать запасные части из наличия в Подмосковье. Мы поставляем запасные части сюда, в АЗК. АЗК дальше их поставляет уже дилерам. Вот. Также мы работаем не только по поставкам запасных частей, но еще и по вопросам гарантии нашей продукции, коробок передач в основном, по вопросам развития дилерской сети. Ну а вечером началась самая приятная концертная программа. В ней главными действующими лицами стали, конечно же, сотрудники АЗК, как в зале, так и на сцене. Они рассказали личные истории взаимоотношений с родным предприятием. Устроилась укладчиком, упаковщиком, потом разряд повышали, потом ответственную должность предложили. Мастер, думала, справлюсь ли я, согласилась. Потом старший мастер, а теперь я заместитель начальника цеха. Лозунг АЗК «Каждая деталь имеет значение», но он не был бы столь актуальным, если бы не коллектив и партнеры. Они даже в самые трудные времена оставались преданы предприятию. Сегодня здесь, в этом зале, нет людей, которые пришли сюда случайно. Здесь сотрудники АЗК, ветераны АЗК, люди, которые обеспечивают деятельность АЗК. И я вам всем говорю огромное спасибо. И мне очень гордо, я еще раз говорю, быть сейчас в этом зале, на этой сцене и говорить эти слова. Но со сцены не только говорили о работниках, их еще и награждали за труд на благо АЗК и всего КАМАЗа. И как сказал директор компании, оно скоро настанет. С днем рождения! Желаю вам любви и везения! Давайте вместе верить в чудеса! Ксения Чернильцева, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа.